Именно этот аккордеон стал предметом преступного посягательства. Его украл 35-летний житель Астрахани у мытищинского пенсионера. Злоумышленник на улице подошел к 90-летнему жителю Мытищ и предложил купить два комплекта постельного белья по заниженной стоимости. Рассмотреть и приобрести товар мужчина предложил у пенсионера дома. Находясь в квартире, пенсионер согласился приобрести один комплект за 5000 рублей и отошел в комнату, чтобы принести деньги. В этот момент злоумышленник заметил в коридоре аккордеон. Накрыв его оставшимся при нем бельем, он похитил имущество после получения денег. По горячим следам, изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции отследили путь автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, и задержали мужчину по месту временного проживания в деревне Пирогово. Там же оперативники обнаружили краденый аккордеон. А как вы вышли на этого ветерана? Как? Из магазина встретил его, предложил ему все. А ранее подобное совершали? Нет. Потерпевший согласен был на такой обмен? Я не знаю, да слышал, нет, наверное, нет. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мытищинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Екатерина Шарыпова, Первый Мытищинский.